Thank you.
Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Что можно сделать из таких ингредиентов?
Что можно сделать из таких ингредиентов? Ты молодец.
Да что? Попробую найти укрытие. А? Давай. Давай, вперед. Бой. Кто станет пить эликсир из этого? Элла! На! Уйти!
Я видел твое объявление. Что стряслось? Я хочу подарить брату безделушку, пожелать ему сил в бою. Но в последнее время воры часто грабят Гетер, и по пути со мной может что-нибудь случиться. Поручаешь доставку мне? Да, верно. И учти, дело срочное. Я возьмусь за это. Теперь я спокойна. Увидимся. Пишу, пи. Фефти, пишу, пи. У нас будет новый наставник. Доставка для тебя, от Гетеры. Как раз то, что нужно. Возьми деньги. Найду укрытие. Thank you.
Кристи, ты как раз вовремя. Ингредиенты у меня. Кто это, Аксессия? Мистий, который вновь зажжет огонь нашей любви. О нет, ты ведь знаешь, я не могу утолить твой голод. Твоя похоть убьет меня. Глупость. Я приготовлю эликсир, который дарует тебе силу молодого мужчины. О боги, я так больше не могу. Во имя богов, мне кто-нибудь заплатит? Меня стошнит, если я продолжу это слушать. Ох, молодежь, вам чужда истинная любовь. Вот этого должно хватить. Спасибо. Что ж, Карагас, я сделаю эликсир, а с тебя масла. Я видел твое объявление. Что случилось? Хочешь доверить? Именно. Будь рядом. Идем. Ah!
Думаю, на этом все. Ты настоящий воин. Все позади. Блестящая работа. Вот, держи. Сойдет. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Это было.
Может, показалось? Выпустите меня! Я больше не собираюсь. Ты еще кто? Буду осторожен. Как я могу служить богам, жрица? В этих землях хозяйничает шайка разбойников. Они похитили жреца и требуют выкуп. И чтобы убить его, нужен наемник.
Все так. Ты не знаешь? Я обо всем позаботился. Плати. Да хранит тебя Зевс. Держи, это тебе. Рад помочь. Oh!